Друзья, всем привет! Вы на канале Про игрушки. Сегодня у нас то, что я называю недооцененная игрушка. Казалось бы, очень простая, да, какой-то планшет, какие-то дырочки. Но вот когда я вник, мне очень понравилось, и я уверен, детям тоже будет интересно. Что мы имеем, да, там внутри какие-то шарики, с обратной стороны просто пластик, да, внутри видите шарики определенные. И чтобы нарисовать какой-то предмет, картину, букву, цифру, то есть можно с ребенком заниматься чем угодно. У нас есть вот такая ручка, она магнитная, и мы ведем по нишам, и видите, примагничиваются шарики, и мы можем там любые, в принципе, буквы проецировать, либо же какие-то картинки рисовать, потому что в комплекте идут макеты, и вы можете посмотреть, что нарисовать. Вот видите, буква «П». Пальчиком провели, и все ушло обратно. Там можем тойс нарисовать. Немножко вот. Не очень красиво у меня вышло, но я скажу честно, у меня с этим проблемы что-то красиво сделать. Вот, видите, тойс. Вышло. То есть, ну, прикольная игрушка, мне очень понравилась, учитывая, что она еще и не очень дорогая. Понятное дело, что для вашего удобства я оставлю ее артикул в описании, чтобы вы ее могли найти в интернете. Надеюсь, мое видео вам было полезно. Всем спасибо за просмотр, всем пока.